на регулируемом перекрестке перестроишься в правый ряд. Главная дорога и знак движения прямо, видишь? Да. Можем развернуться? Нет. Дальше что мы видим? Движение прямо. Можем развернуться? Нет. Нужно читать знаки, нужно смотреть вперед. Ну, сейчас бы могла бы 100 раз бы это сделать. Но мы сейчас выставили так автомобиль свой некрасиво, что мы находимся на встречной полосе вообще. Понимаешь? Крути руль, поехали. Замигал светофор. Давай. Надо было раньше останавливаться? Надо или было автомобиль не высовывать в полосу встречного движения. Левый ряд перестройся. Ты успела скинуть до 40? А мне загоражил вот этот товарищ. Это твои проблемы, представляешь? Ну, я тебя понимаю, но это твои проблемы. В левый ряд уходи. А знак 40, что там еще было со знаком 40? Что-то про пешеходный переход, наверное. Я поняла, там было расстояние, да, наверное, метров где-нибудь 300-400, собственно, выбираем до того самого знака. Выбираем место для разворота. Скорость 40 км в час. Пешеходный переход. Мы здесь уже ездили с тобой сегодня? Да. Я тебя спрашивал, какой знак поехали? Ну, когда я превысила скорость, да. Ты его не видела? Да. Теперь ты его видела? Видела. Теперь ты это знаешь. Выбирай место для...